зачем новое оборудование удобнее? Можно выделить три основные преимущества. Это в первую очередь экологическая чистота на площадках стала намного чище. Эти контейнера стало намного проще вывозить. Ну и, наверное, простота и надежность самого оборудования этих новых машин. Машины новые, не ломаются. Делаем все, чтобы город был чище. Также за счет увеличения объема самого контейнера нам удалось снизить количество контейнеров на самой площадке. А сколько машин и контейнеров уже закуплено? Машин на сегодняшний день работает 4, контейнеров в городе около 400 стоит. И новая машина обслуживает только новые контейнеры. Да, да. Спасибо. Спасибо.